поднялись наверх на утюг по тропе. Не знаю, может быть, это кто-то шел в прошлом году, а может быть, это звериные тропы. Я еще не такой крутой натуралист, чтобы сразу это определять. Юг нашей любимой Башкирии. И как сказал Алексей Алексеевич, который идет сзади, да, он сказал, в любом лесу есть своя прелесть. И я с ним 100% согласен. Осторожно, медведи. Красный знак, красная куртка. Национальный парк Башкирии, ребята. Вид на реку Нугуш. Смотри, не упади, не тащай голову. Алга, крестник, быстро учится мне. Уже скоро по-башкирски заговорит. Китманда, китманда, китманда. Ну все тогда. Малай. Когда рыбы прям выпрыгивают из воды, вот ночью, такой аж вода прям кипела. Они такие, ну снять это было невозможно, там темно, вот, но это все плескалось, мы такие, нифига себе. Сейчас рыба на нерест идет. Вот. Очень интересно это. Умные люди-то по бурелобам не ходят, мы только по тропинкам. У нас тут хайвей вообще-то. Вот он. Это моя родина. Это Башкортостан. Национальный парк Башкирия.